Более быструю и качественную помощь теперь могут получить все предприниматели. Ростовская область – первый регион, который по инициативе губернатора внедрил образец эффективного управления в части оказания услуг для бизнеса. Несмотря на то, что процесс начали в ковидный год, результаты превзошли все ожидания. Мы действительно начали в сфере госуслуг, это муниципалитеты, наши министерства, реализовывать производительность труда, более качественно выполнять все процессы и достигли очень многих процессов и в реальном секторе, и в бизнесе. В результате проведенных работ сократили время рассмотрения заявок на поддержку предпринимателей 42 дней при пиковой нагрузке до 12. Запустили онлайн-сервис по приему заявлений в дистанционном формате, без необходимости посещать офис. Также ведется работа над упрощением процедуры получения бизнесом консультаций на площадке агентства. Речь идет о снижении сроков и скорости данных консультаций не в ущерб качеству для каждого предпринимателя, который приходит на нашу площадку. Бесплатные консультации хотят сделать более комфортными, эффективными и быстрыми, сократить время ожидания вместо 44 минут до 29. Опыт Ростовского регионального агентства реализации проекта «Эффективный регион» высоко оценили специалисты госкорпорации «Росатом». Реализовав проекты, мы поняли, что в данном учреждении есть команда, есть люди, которые готовы работать не только в рамках каких-то частичных улучшений в виде отдельных проектов, но также развиваться системно и готовность развивать своих партнеров. Агентство продолжает внедрять бережливые технологии и в другие направления деятельности. Елена Сарксян, Александр Кучис, Дон-24, Ростов-на-Дону.